Программа социальной газификации в Одинцовском округе выполнена на 48%. К газу полностью подключено 82 населенных пункта. Силами западного филиала Мособлгаза топливо уже подведено к 859 домовладениям. Построено почти 38 километров газопровода. При этом окружные власти постоянно контролируют сроки и качество проведения работ. Как отметил глава округа Андрей Иванов, снижать темпы работ по программе социальной газификации не планируется. До декабря планируется подключить в общей сложности 4808 домовладений в 170 населенных пунктах.